Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас Chevrolet Niva 2005 года выпуска. На этом автомобиле мы заменим выхлопную систему, глушитель полностью, штаны, приемную трубу, резонатор и глушитель. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль, смотрим, какой там глушитель стоит, потому что на него идут там разные глушителя, на этот автомобиль. Берем и меняем. Вот, подняли автомобиль. И смотрим, что у нас здесь и как. Ну, сейчас мы снимаем защиту двигателя. Снимаем вот этот хомут, откручиваем его, мы будем новый ставить. Эти болты у нас уже не открутятся на соединение, поэтому комплект взяли новый. Это все отрывается, если не отрывается, то обрезается. Откручиваем приемную трубу. Для этого нам придется открутить стабилизатор, снять. Без этого мы не снимем трубу. Дальше мы, здесь вот видно, переварено было глушитель от одного вида, резонатор от другого вида, поэтому здесь мы все разъединяем и ставим другое. Снимаем сзади глушитель, у нас на подвесе висит подвес, здесь 10-й, и снимаем. Ну, в данный момент откручиваем защиту. Ну что, защиту открутил. Два болта спереди, два болта сзади, головка на 17. И два болта вот здесь, головка на 13. Теперь приопускаем и выводим вперед. Теперь мы откручиваем стабилизатор. Здесь 4 точки опоры. 2 на площадке переднего моста и 2 по бокам, слева и справа. Все это откручиваем и снимаем стабилизатор. Так, ну все, открутил. Открутил вот эти опоры. И открутил опоры, которые у нас на рычагах. Теперь мы берем потихонечку, сдвигаем вовнутрь резинки от шпилек. Выводим сначала. Одну сторону. Затем другую. Все, теперь приемную трубу будем откручивать, и она у нас выйдет. А так бы она просто ложилась на стабилизатор, и нельзя было бы ее вытащить. Сейчас берем, пробуем открутить вот эти болты, что у нас вряд ли получится. Надо же, один болт открутился. А вот у этого грани побиты. Сейчас попробуем шестигранную головку взять.
Ну что, замечательно. Удивительно, но болты открутились. Так, этот я пока до конца не откручу, а то у нас сейчас резонатор повиснет. Снимаем задний хомут. Вот здесь голова отвернулась. Сняли мы резонатор. Теперь мы снимаем глушитель. Для этого мы оба подвеса берем и скидываем. Их можно сдвинуть назад, снять с подвесами, а можно скинуть с этого. Ну, я думаю, что мы сдвинем просто назад. Один и также второй. Ну что, все, глушитель мы тоже сняли. Теперь нам остается только открутить и снять приемную трубу. Для этого мы снимаем сверху датчик кислорода, лямбда-зонд откручиваем на трубе. Там ключ быстрее всего на 21 или на 22. На 22 ключик. Пробуем открутить. Если не получится, тогда будем снимать уже с датчиком. Нет, не откручивается, грани режутся. Опускаем, отключаем разъем и снимаем вместе с датчиком. Вот разъем здесь на катализатор. Попробую его показать. Вот он болтается под пальцем. И снизу на крепление стартера, если видно, там клипса держит провод. Ее снял, здесь разъем разъединил. Также сверху на штанах открутил три гайки. Четвертую ослабил, откручу уже снизу. Поднимаем. Так, ну что, вот через гибкий удлинитель одел на гайку на четвертую на приемной трубе. Теперь берем, откручиваем эту гайку. Видно, она крутится. И штаны у нас уже
ослабли. Все, гайку открутили. Ну все, глушитель мы полностью демонтировали, берем новый, устанавливаем новый. Берем, переключиваем наш шлемдозонд, датчик кислорода. Сейчас его открутить уже удобней. Ключ, как я и говорил, на 22. Пошел нормально. Не знаю, рабочий он, не рабочий, его не проверяли. Так, ну прокладку приемной трубы я на шпильке одел. Теперь берем приемную трубу и заводим ее. Наживляем и закручиваем гайки. Одеваем новый подвес глушителя. Подвес глушителя также фирмы АТ. Он такой же, как у десятки сзади. И устанавливаем на автомобиль. Так, ну все, бочку глушителя я сзади повесил, с обоих сторон висит, мешал фаркоп пришлось открутить, повесить бочку, потом на место прикрутить фаркоп. А сейчас берем и подвешиваем наш резонатор. Для этого мы сначала задний хомут закрепим, а потом передний. Используем новый хомут восьмерочный. Thank you.
Так, ну что, наживили. Теперь выравниваем кольцо уплотнительное и затягиваем. Берем вот такой ремкомплект, открываем и устанавливаем графитовое кольцо и новые болты. Затягиваем. Все, глушитель я установил, до конца его закрепил. Здесь подвес стоит, здесь подвес стоит. Хомут глушителя здесь у нас установлен. Здесь мы кольцо катализатора поставили, закрепили, и вот этот хомут тоже поставили. Здесь труба приемная тоньше, поэтому хомут не как на инжекторе, а как на классике стоит. А там мы все затянули. Сейчас опускаем, подключаем датчик кислорода и также установили на место стабилизатор. Все, закрепил его везде. Здесь, где у нас шпильки сорвались, я их выбил и поставил болты. Скоб не было на шеве Нивы новых. Все, опускаем и прикручиваем, то есть подключаем датчик кислорода. На этом все, замену глушителя мы закончили. Всего вам доброго!